Я лысый, понимаешь? Мне там три волоска, мне не жалко. Я лысый. Есть же методы наращивания волос, пена. Да ладно, я лысый, полысел. Я хочу сказать, я лысая женщина, и хочу объявить, что ты дискредитируешь нас, лысых нежных ничего девочек. Ничего страшного, поплачу. Извинись, или я буду... Ничего страшного. У меня сегодня прическа, это, ну, особого масштаба. Я хочу показать свои волосы всем. Я хочу показать всем свои волосы, чтобы вы понимали, что я сегодня, ну, мощный. Я хочу показать свои волосы всем. Я хочу показать свои волосы всем, чтобы рты позакрывали то, что я лысый. Навсегда. Запомнили? Раз и навсегда. Ротики. Ротики свои, ротики. Ясно? Сейчас я покажу свои волосы всем, а потом продолжим диалог. Все, смотря. Вот. Пожалуйста. Сразу предупреждаю, если будет кто-то смеяться, сразу бан будет. Полностью буду удалять и все из чата. Кто лысый? Кто лысый у нас? Кто лысый? Давай подытожим, чучело. Кто лысый здесь? Кто лысый? Ну, кто лысый, чел? Кто лысый? Ну, кто лысый? Кто? Я лысый? А где дурачок лысина? Ты видишь лысину, чучело? А где я лысый, интересно узнать. Ну, в каком месте я лысенький? Ну да, между ног побрил, и что? Это же не значит, что я лысый. Ну, и где я лысый, девочки? Где я лысый? Ну, где? Вот, пожалуйста. Да-да-да-да-да-я. Где я лысый? Ну, где я лысый? Да, а что такого? А что, ну что, обосну? Ну, да, ты смеешься, дебилка? А что ты смеешься? Ну, а что смешного здесь? Ты парик надел на голову, чмо. Да, да, завидуй молча, лысоголовая, блядь. Иди отсюда, залупа. Я тебе сказал. Я не лысый, я нормальный человек. Понятно? Любая самка хочет мне в волосах пальцами поиграться. Понятно? Запомни. Каждая женщина хочет пальчики засунуть мне в волосики и потрогать меня. Ясно, вот и думай. Да. Вон Лолочке нравится. Мужчина моей мечты, да. Все. Да, поздравляю, да, с приобретением, да, нового гнезда. Хорошо, как сидит? Я волосы помыл вчера, потому чистые. Вот и думайте. Заян, классная дижонская горчица у тебя на голове. Дижонская. Как горчица. Горчица. Чего, блядь? Это как понять? Горчица. Это прическа самца настоящего. Вот такая прическа должна быть у каждого мужчины, который хочет женщину. Вот эталон мужчины, который хочет секса, которого можно хотеть и нужно хотеть. А то, что если хуйло будет с лысиной, сразу нахуй его ногой отталкивать гниду. Ясно вам? Я вам сказал. Что?